Нижняя дорога или Литературная река, Торонто. Канадские художники, дизайнеры, представители армии спасения и просто креативные люди на протяжении 12 дней вели подготовительные работы, направленные на реализацию грандиозного и глубокомысленного проекта. Это арт-инсталляция с интерактивным наполнением, позволившая на некоторое время превратить Хагерман-стрит в настоящий рай для любителей книг. Дорога была устлана книгами, общее количество которых превысило 10 тысяч штук, а уникальная подсветка усилила эффект. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.